В нашем городе мы провели акцию помощи бабушкам. Преподаватель Айла учит нас любви и состраданию. Все продукты куплены были на ее ресурсы. Бабушка, это вам передает пакет с продуктами. Преподаватель Айла. Вот здесь молочко. Печенье. Консервы. Ну и все, что нужно вам для хорошей жизни. Все продукты были куплены на ее ресурсы. Спасибо, преподаватель Айла. Это вам благодетница Айла передает пакет с продуктами. Здесь обычные продукты, там молочко, сайра, тушенка и так далее. Она учит нас любви и состраданию. Спасибо, что? Айла. Спасибо, Айла. Хранила вас. Да, учат любви и сострадания, да, пожалуйста. Как раз нет. Бабушка, это вам преподаватель Айла передает продукты. Чай. Вафли. Растительное масло, ну и так далее. Бабушка, это вам преподаватель Айла передает продукты. Кушайте на здоровье. Она учит нас любви и состраданию. Заботится о всем, кому нужна помощь. Спасибо преподавателю Али. Спасибо большое. Я буду все время помнить. Бабушки сердечно благодарят благодетельницу Айлу за помощь, любовь, сострадание.